Смотрите, какой туман. Пар идет на реке. Это река холодная вода-то. А тут у нас сегодня дождик моросит. Но такое парево, такое прямо бред, что такое теплый. Ну, видишь, как вот как молоко стоит, а здесь не холодно. И дорожки прекрасные. И все там парит прямо, поднимается. Кочки сплошные. Дедушка едет на разведку. Это дикая башня. Там есть машина, которая покупает. И там тоже башня. Лес распиливает. Сплошные башни. Зачем я? И листья. Ехали на разведку, попили линды. Линды, баралды отбыл. Но им каждый раз возят. Они отсюда все туда. Здесь все было заварено. И сколько вот уже подъехали. Нет, завтра я. Уезжаем с разведки. Вот едем на дачу уже. Славьте Господи. Закупились опять, набрали баулов. Не знаю, сколько опять пакетов, опять на, почти на 3000 набрали. Вот едем, дорожка наша дачная. Дороги... Что, Вика? Дороги дали не стрела. По степи пролегла, как слеза по щеке. Что-то немотивно я пою сегодня. Противно ты поешь, и немотивно. Наша дачная дорожка. Да, все, зелень, красотень. Дорожку сделал у нас председатель. Шикардосная дорожечка. У нас теперь едешь прям красотень и красотень. А, дорожка наша. Едем. Мы едем, едем, едем в далекие края. Веселые соседи, хорошие друзья. Тра-та-та, тра-та-та. Газелька что-то провозила кому-то. Мы везем с собой кота, чижика, собаку, печку, забияку. Бабушка еще не пила, уже запела. Вот наша Калинушка, Калинушка, наша Калинушка. Бабушка не поет. 1977 года у нас Калинушка наша. Вот такая наша Калинушка. А у нас их были... Ой. Нам их привезти не могут засыпать там. Чего не могут засыпать? Вот вон навозили сколько. Где? Дорогу у нас. А где навозили-то? Да вон что, не видела, сколько машин 6-7 было привезено. Такой, как? Не урони телефон. Да я держу, то что? Четырьмя лапами держу телефон. Память, сыряйте мне. Да что ты, память. Не видела ничего, что привезли, детка ворчит. Вот, заехали уже на вторую линию. Ну ладненько, едем, едем, то трясет, трясет, трясет. Вот приехали с города Парижу, съездили на одну ночь, съездили по магазинам, закупились вот опять столько котомок, сумок, банок, упаковками, ну полупаковки взяла, мне уже было просто не утащить. Вот, кстати, такая-то далеко не та, уже сейчас я посмотрела, уже больше рису, и меньше, ну хотя они вскрывали, мы посмотрим. Так она вот, давыдовский продукт, очень хорошая вещь. Хоть горячая, хоть холодная закуска, хоть суп вари. 54 рубля, 55 рублей такая баночка. Ну, баночки стали меньше немножко. Были раньше пол-литровые, а здесь, наверное, 450 грамм, наверное. Сколько там у нас, эта баночка. С такими крышками. Вот сейчас будем разгребаться. Разгребаться, это что? Это что? А ну какие-то башмачки твои я придумала. Ну, обязательно было мне на ногу кидать. Извини. Все. Помало попала. Пока миксер притащила, чтобы дедушке молоть. Молоть, молоть. Дедушку молоть буду. Грызу зубами дедушку. Зубами грызу. Теперь буду миксером молоть. Миксером буду молоть. Сейчас. Ну ладно, что тут? Сегодня поменьше мы закупались, потому что у нас еще кое-что есть. Это пакеты купили. Кое-что есть у нас еще. А, домой мы брали
себе на этот самый тут на помидорчик колбаску, то, что ты Мансер, колбаска, чипсоус. Еще одна такая. О, господи, извините. Кофе. Хлеб. Закидаешься. Хлеб, а тут чего? Это тоже из... А это что здесь? А, здесь это из дома выдала морковку. Забрала там лук от семени дуг. Так, все тут. Чего? Салатик захотела, зашла. Холодильщику купила, сейчас прямо поедим. Прямо хочу. Так, ну это мне. Это опять мне. Это снова мне. Это соседка заказала. Ты это все ей? Нет, это, ну, мы, вот это она заказала. Это дедушка попросил. Ну это пусть так, на запас. Бананчиков купила, вот, ну, я думаю, дешевских, наверное, вот на 26 рублей, да. Это такие у нас в магазине, 21 век гарант. Вот на 20 рублей бананчики. Вот они такие чуть посерневшие, они молодцы. Это самый симус, самый смак, они продают уже подешевле. С удовольствием вот берешь. Я все, что было, я все захапала. Все забрала. Все забрала, захапала. Так, ладно. Это в сторону. Питье мое. Ну, житие мое. Так. Следующий. Я пока на стул сяду, все равно он не занят. Так. А надо пока сюда. One circle. Все, надо будет намыть, и сегодня мы так по-скромному, конечно, помидоры, как обычно, мы любим все едим. Сарделечек купила, Викуська любит у нас, просила сарделечек. Ой, колбасы купила ливерные, обожаю, прям сейчас поем. Ой, прям аж меня трясет, ну и надо, я ей тоже и наемся. Ну, колбаски лукопченые купила, там у нас есть немножко, но мы и все купили. Так, чего у нас? Тут тоже питание, панкреатин, дратавирин, милоксикам. Это тоже пища наша вторая, лекарство. Поскончалось, надо было купить масло. Ой, все растаяло, масло-то в машине. Масло. Килька в томатном соусе, мы все любим. Килечку обжаренную, берем 44, ну 45 рублей в пятерочке у нас. Обжаренную. Ну, тут обжаренная в масле, да? Пирожок с рисом и яйцом. Викуське открылся почему-то йогурт, куда делась крышка от него. Майонез, кетчуп, все у нас скончалось. Вот. Вот пирожок с вишенкой тоже Вика у нас любит. Пирожок с вишенкой, пирожок с рисом и яйцом. Все любят. Мы весь худенькие все, так мы по пирожки покупаем. Худенькие все, в зеркало морда не влезат. Так, пряники. Чтобы не было с начинкой, купила такие вот, такие забыли. Вы любите, дедушка? Топленая мама. Не было с начинкой, Вика. Я бы две пачки взяла, если не было с начинкой. Бяк. Вот какие-то шампиньоны появились. Смотришь, мама брала, но не такие. Я взяла на пробу, сделаем салатик. Я не ем шампиньоны. Не ешь, сделаем салатик. Ай, да что-то громко-то. Сделаем саламатик. Прям кидаешь все. Огурчики купили свои, еще не выросли. Огурцы сегат. Три выросли. Мадеют у нас. Слушай, а где крышка-то от этого, от йогурта? Куда делась? Там же такие штучки в ней. Выпало что ли? Дрожже. Дрожже. Капуста. Капусточка. Будем суп варить или чего тушить будем, или салатик сделаем. Так, ладно. Куда делась-то, Вика? В машине вывалилась, что ли? Посмотрим потом. Странно, вообще ничего. Она из другого вывалилась. Наверное. Вот должна быть такая вот еще один йогурт. Клубника. Твою мать. Сейчас бабушка все разобьет. Сейчас все расколет. Сейчас все потекет. Господи, густая, безрукая. Все из рук падает. А этот ваниль какой-то. Ваниль. Ёбушку купили, тоже мы любим старосельский. Какой-то ваниль. Старосельский любим. Мы же это мы любим белого, мы не берем. Поэтому мы вот такой хлебушек не падали. Давай. Ну давай клади вот на помидоры. Да. Вот такие штучки. Вот снимала штучки. Я вот эти. Киткет. Киткат. Вот пятерочки. Скидки. Сладкет. Каткет. Вот 60 рублей, 50. Ой, сколько я говорила? 59, 90, да? Вот. А так они стоят 100... Блин, ну, больше, чем наполовину они почему-то уценены. Я не знаю, по срокам, но все очень вкусные. Мы вчера ели, так вкусно, что я сегодня две купила. Я говорю, что ты говоришь? Я говорю, одну тебе, одну нам с дедушкой. С дедушком. Одну нам с дедушком постоит. Так, хлеб убираем. Мы любим, чтобы был у нас хлеб. Мы не любим каждый хлеб. Вот тебе сырочек такой купила. Ты же любила очень раньше. Да, спасибо. Любишь? Вот, творог где-то я тебе еще покупала. Творожок. А халявки нету. Творожок я покупила. Тихо. Ну, здесь молочко. Вика, вот оно валилось. Халявки нету.
здесь йогурта, и здесь молочка. Где молока мы обычно берем? Потому что мы кофе пьем, и кашку варим, и всяко с люцелями едим. И смешку тебе купила, и кефирчику тебе купила, как по заказу. И сметанку мы берем вологодскую, вот такую сметанку. 80 рублей, что ли, она очень хорошая. 400 граммов, очень вкусная. А, 15% она. Ой, мамочка. 400, наверное, хочет. Мы поняли. Очень вкусненько. Вот опять накапали. Юля в 5. Сегодня среда у нас. Вот, посмотрим, Юля в 5 привезет. Это я истратила 2500. Хорошая такая у нас. Даже побольше, чем много. Даже больше, чем 2500. Истратила на все про все. Ну, там 150 рублей мне на вино Зойка отдаст. Это ее. Вот так вот, ребятки. Вот так вот мы живем. А тут белье у нас стирали, мы белье домой возили. Тут, а тут еще что? А, тут обувь выкинула. Все. Тут обувь выкинула. Вот так вот. Ну что, будем все разгребать. И будем обедать, наверное, да? Да мы уже обедали. Ну, перекусывали дома картошки. Я нажарила. С консервными рыбами. С рыбными консервами мы поели. С консервными рыбами. С консервными рыбами, да, поели. Ну все, будем раскладывать. Пока. Скажи, что вишня. Yes. Дедушка у нас насмотрелся по телевизору, как проверяют соки. Ну так делай, делай, проверяй. Так, короче, как проверяют сок, он с этой стороны. Да, бабушка. Так, с правой стороны льешь, мне не видно. Так, короче, мы будем. Да. О, да, бабушка, можно я скажу? Так, мы его один раз пролили на стол, и здесь оставалось пятно. Его не показывают, потому что его уже нет. Вот. Долго не оттиралось. Да. Поэтому давайте проверим. Половинку. Он по телевизору насмотрелся, как он тут проверяют, что там соду опускают. Хорош. У нас химические опыты начались. Химические опыты. Так, проверяем. Для этого вам понадобится сода и сок. Берем немножко еще, соды. Еще. Вот так, во-во-во. Вот столько соды берем примерно. И? Опускаем туда. Должна была произойти реакция и должна быть пениться. А здесь даже самое никакой ни пены, ничего. То цвет есть даже не поменялся. Это сделано не из натурального, как пишут самое. Красители. Вкус вишни. Естественно, там инвайт разведенный. Что вы хотите? Ну, проверь. Вот побелее стало. Вот состав, вот вода. Вот химические опыты делаю. Делать им нечего. Дело было вечером. Всяких там F, E, черт тебя знает. А можно попробовать? Консервант. Ну, хочешь, так пробуй. Лизни пальчиком. Фу, из рюмки пить не хочется. Отрицательную неяльную активность для детей. Это соленая. Сода. Это хоть я дала вам соду, а не соль. Ребята, стойте. Нет, это сода. Это сода. Вот химический опыт. Которая вот может вызвать отрицательное явление. Стардемал у нас. Активность и внимание детей. Короче говоря, рекомендуется. Стардемал у нас им делать нечего, они делают химический опыт. Сейчас мне Катин опять наставили на стол, они останутся в тряпку, Вика. Раз еле отмыла от ваших соков. Все, выливает. Вот вообще. Так, блин, вот так вот. Выливай в раковину, в ведро туда. Все, вот так вот. Химический опыт показал, что в соке нет никакого сока. Никакого сока нету. Да. Анализ показал. В вашем, и этом, как скажи, вине, да, крови не обнаружено. Анализ крови показал. В вашем вине крови не обнаружено. Оставь, я помою. Я показываю. Регулятор кислотности, лимонная кислота. Да что тут? Тряпочку, давай сюда тряпочку. Концентрированный. Вон она, нет, вон. Лежит, сок. Вот. Концентрированный яблочный сок. Ну ладно, концентрированный. Ничего тут нету и близко, никакого сока. Так что так. На вкус. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Не пейте сок ядовитый. Это вороненок. Вот справа-то. Вороненка, вороненка своего учит. Видишь, веревку какую-то, еще цветы мне. Тихо. Цветы мне забрались. Ну, ёкарный комбайн, сейчас меня цветы испохабят. Ты подумай, мартышки. Ищи, жратву. Мне взяла тряпку какую-то, какую-то веревку притащи. Это маленький вот вороненок, вот это большая ворона и маленький вороненок, да. Жена его учит. Чего там они у меня жрать ищут? В цветах. Какого надо хрена? Она учит, как прятать, наверное. Бывает, отрывают и закапывают. Потом подбрасывают. Космею заползли. Учит прятать жратву. Они же на крышах видят, раз там вырывают в снегу ямку, закапывают носом и улетают. Она учит, как прятать надо. Вот маленький. Вот он и ходил тогда, я его снимала. Да. Он ходил, он еще не летал.
По цветам ведь у меня топчется, вот зараза. Так иди выйди на крыльцо, Зарика, не топчется, бойся, сфотографируй. Клюет, это самое, цветы мои клюет, паразит, противный. Так иди выйди на крыльцо. Все, ушел. Зараза, какую-то тряпку вытащили откуда-то, в цветы запихали, и ходит, клюет. И чего вот она там сгорбилась, стоит, ты посмотри. Очень она вот сгорбилась, тебе. Что-то стоит, и ни хрена на него внимания не обращает. Нет, она с ним вместе стоит. Ну, он к ней подошел сейчас. Ну, она что-то там закапала. Подошел к ней. Ходят, видишь, гуляют гоголем тут, видишь? Эти, скажи, хозяева. Куда еще ко мне давай, в кабачки полезли? Да. О, подумай, дреплет. Треплет мне этот, вот что собаки, треплет мне этот спанбонд. Открывает, она смотрит, куда залезать. Спанбонд треплет. Они под него залезли, там он голову про него под него засунул. Иди, испугни, пойдем. Спанбонд лезут, вот гады, пусть. Сейчас он туда залезет, она будет на вас нападать, если он туда залезет. Он же спрятался. Но он не спрятался, он тут. Ой, вот что творят, он сейчас мне все испоганят. Правильно ищут. Спанбонд лезут. Потом мне еще тебя там сразу залезли. Вот что творят, вот что творят, надо. Мышь, надо там, вот, сейчас мне все, вот что творят гады. Ты подумай, мне просто интересно наблюдать за ними. Интересно, они сейчас мне тут все, мне мало цветы помяли все уже мне, а? Ты подумай.